5 сентября 2013 года в Киеве активисты общественного движения «Украинский выбор» приняли участие в акции протеста против американского военного вмешательства в Сирию. Перед посольством США собралось около 300 человек из различных организаций, небезразличных к судьбе сирийского народа. Патриотические организации, в том числе Союз граждан Украины, вышли под стены посольства США, чтобы заявить свой протест агрессивным планам режима Обамы по развязыванию агрессии против суверенного государства Сирия. Результаты применения химических веществ в Сирии, они не расследованы. Более того, есть доказательства того, что это химоружие было профинансировано Саудовской Аравией и Катаром. Мы присоединились ко всем организациям, которые сегодня вышли. И в первую очередь мы поддерживаем весь сирийский народ, сирийскую диаспору, которая прежде всего сегодня здесь находится. США в своих военных действиях преследуют не те цели, которые декларируют. Не строительство демократии, не развитие гражданского общества, не повышение благосостояния людей является целью. И не война с терроризмом является целью. Целью является, и об этом говорят в том числе и сирийцы, которые здесь находятся, но об этом говорили всегда граждане Ирака, Афганистана. Целью является, в первую очередь, ресурсы. Господин президент, мы дети и внуки людей, которые пережили страшную войну с тяжелейшими последствиями, разруху, голод, нищету. У нас на генетическом уровне привито чувство любви к миру и справедливости. Сегодня, по зову своих сердец, вместе с членами сирийской диаспоры в Украине, мы обращаемся к вам, президенту сильной страны, от которой во многом зависит мир на земле. Услышьте нас, еще не поздно остановить войну и спасти мир. Не дай Бог ни в одной стране мира, в том числе Соединенных Штатах и Украине, такой озверелой и дикой так называемой оппозиции. То, что некоторые западные СМИ пытались представить, что конфликты в Сирии как борьба между оппозицией и властью, это вранье с самого начала. Я сам из города Хомса, который называют оплотом так званой революции. Никакой революции у нас нет. Сирия — это светская страна. Где еще вы найдете, где вице-президента женщина, где 17% в парламенте это представители женщины? Где вы? Вот бесплатное образование, бесплатная медицина и здравоохранение от малейших от первой помощи до сложных операций. У нас нету как бы борьбы за свободу и демократию. Мы люди свободные и демократичные. Мы светская страна. Нас просто хотят уничтожить. Yeah, but